Рядом со мной Абубакар Цакаев, победитель первенства России в городе Оренбург и мастер спорта России с суммой в 238 килограммов. Расскажи, прокомментируй свой результат. Ну, результат пока что нормальный. Задача была выиграть, если подход остался, на рекорд пойти. Но сейчас не получилось. На спартакиаде попробуем еще раз. В рывке на 107 выходили два раза. Первый был неудачная попытка. Почему? Ну, я ему даже при выходе сказал, что локоть, чтобы он включил. Ну, я знал, у него болезнь это, не включить. Из-за неключения это. Ну, второй раз, ну, как видели, прекрасно сделал. То есть тренера слушаешь и перед выходом, и на тренировках? Да, в этом и результат? Всегда, да. Тренера надо слушать. Рекорд, который ты хотел сегодня поставить, он подавался тебе на тренировках? Нет, еще ни разу не подходили. То есть здесь в соревновании, в соревновательной борьбе хотели попробовать такой вес? Да, да. Дома из-за соревнований не подходили. А так, думаю, готов был. Нет. Как оцениваешь соперников? Хорошие соперники тоже. Вместе сидели,
достойно. Расскажи, чем занимаешься в свободное от спорта время, если оно такое есть, и как отдыхаешь? Ну, обычно спать люблю, а так больше ничего. Родители чем балуют? Как встречать тебя будут? Хорошо встречают, все собираются, хорошо. Важная победа была.